Друзья, всем привет! Значит, выехали мы сегодня по грибы. Собирают по соседнем вот поселке лисички. Решили мы все-таки выехать. 2 дня мы ездили на рыбалку по озерам. В общем, ничего не ловится. Большая температура сейчас, я не знаю, там 35, наверное, 40 градусов, блин. Жара сумасшедшая. Каждый день идут дожди. В озерах воды мало. Рыба, ну, вообще не хочет ловиться. Выехали на вот эти лисички, сейчас походим, знаем, скажем так, 1,5 места, одно место там, ну, они все там, оно как бы туда известно, это там много кто ходит, блин. И здесь такой небольшой пятачок, если найдем, посмотрим, возможно, будут. Основная моя цель, конечно, ну, отдохнуть, увидеть лес и набрать мха, потому что завтра мы будем уже собираться и на выезд на реку. Выезжать будем послезавтра, где-то с утра. Там нужно будет заехать, зарегистрировать лодку и тому подобное. То есть сегодня я хочу набрать мха и поискать выплесков червей дождевых. Все-таки хочется попробовать половить сома. Поэтому вот выехали в лесок. Сейчас немного походим, отдохнем. Если удастся, найдем еще и лисичек. Так, вот где-то здесь вот, в этой местности, они присутствуют. Сейчас пройдемся. Немного комарей, конечно, здесь ужас. Ну, сейчас что-то поищем. Ну и что здесь? А, уже вырезали их, да? Да. Маленькая. А вот еще и. Вот, тут больше, да. Да, место, конечно, красивое, но лисичек здесь и нет. Вот какая-то поганка растет. Да. Вот еще одна. Такая вот лисичка классная. Вот здесь мелкая будет, вот еще. Еще 2 штучки. Вот. Вот еще под палочкой я не увидел. Вот какая большая-то. Сейчас где ножик мы ее обрежем. Вот такая вот. Таких бы немножко набрать, и было бы хорошо. О, вот здесь, конечно, тоже. Вот лисичка. Вот видите, какая здесь полянка. Красавцы. Кустик. Можно идти дальше. Нету. Нету здесь ничего. Вообще такие места, это недалеко от поселка. И они, как правило,
С самого утра уже проходятся, здесь люди зарабатывают этим деньги, они постоянно собирают их каждое утро. Там еще темно, они встают с фонариками, ходят и их вырезают. То есть поэтому такие места — это единичные вот такие. Там немного найдешь, там немного найдешь. А так оно все еще до рассвета вырезается. Ну что, мы немножко походим. Сейчас. Здесь такое маленькое место. Вообще березки здесь много их. Но вот грибы вот встречаются только на вот этом участке, грубо говоря. Мы сейчас здесь походим, поедем еще в одно место, попробуем найти его. Оно тоже популярное, там тоже его режут. Поэтому, ну, попытаться нужно. Ну, уже на одну сковородку есть. Да, чуть есть. Нам-то, в принципе, много не надо. Ну вот и все, пока мы здесь прошли. Здесь, как я говорил, место небольшое, маленькое. Вырезают постоянно. Сейчас еще на одно поедем. Там, конечно, тоже все знают. И там, наверное, 100% они были. Но, тем не менее, посмотрим. Возможно, что-то они упустили, что-то найдем. Там я насобираю мха. Ну и будем уже тогда ехать домой. Друзья, в общем, добрались мы с горем пополам на это место. Значит, две дороги там вообще нельзя было проехать. Поехали по самой дальней. С трудом мы вообще доехали. Анна уже пошла вперед. Сейчас она там будет искать. Ой, в общем, не знаю, сейчас ходим. Главное, чтобы сильно не потемнело, потому что назад там есть опасные места. Там, ну, можем сесть и надолго. Ну ничего, сейчас посмотрим. Главное, чтобы сейчас здесь были лисички. Дорога плохая, хотя здесь местные они не ездят на машинах. Они в основном на велосипеде или пешком вообще ходят. Ну посмотрим. Вот там уже вот виднеются березки. Там такая низина большая. И в этой низине в основном и попадаются лисички. Ну посмотрим. Сегодня шли дожди. Возможно, утром и не было никого. Потому что сегодня часа, наверное, до 10. Был такой сильный дождь. Вот, вот это уже эта поляна. Сейчас посмотрим. Пока не видно ничего. А вот сидит уже. Вот видно, да, большая. Так, вот. Вот одна. Вот еще поменьше спряталась здесь. Вот какая спряталась здесь.
Ну и чё? Собрала, но меня так комары откусали. Да, их много. Вот по дереву. Опа. Здесь территория на лисички намного больше, но обратно ж таки здесь больше людей. Не постоянно здесь режут. Здесь, наверное, самое такое основное место. Кто первый успеет, тот нарежет, а потом уже едет по своим местам, там, которые там он, скажем так, или единицы знают. Но основное вот это место. Вот кто первый сюда приедет, конечно, тот и режет. Из таких известных. Хотя таких мест, наверное, здесь куча, просто нужно знать. Да и с такими дорогами, в принципе, не на каждое место и приедешь. Еще два маленьких. Вот здесь где-то были. Вот крупненькая. Раз. И вот они. Ага, вот оно. Вот они. Лисички. Вот. Да, грибу мы уже насобирали. Теперь осталось мне насобирать мох. Я его беру для того, чтобы дождевые черви хорошо сохранялись. Я не помню, где-то увидел это. Я пробовал, и действительно, то есть им не нужно ничего. Грубо говоря, им вот это мох, даже не нужно ни земли, ничего. Мох и немного сухих листьев. Ни воды, ни земли, и они в холодном месте могут сохраняться, грубо говоря, до 2 недель. Это легко. Ну, конечно, когда на реке, в жару, они немного пропадают. Но, тем не менее, это хороший способ сохранить их. Вот так вот, я думаю, достаточно. У меня там ведро поменьше будет. Друзья, ну вот и все. Сегодняшняя наша поездка. Вот мы насобирали небольшую вот такую корзинку лисичек. Ну и, в принципе, я насобирал то, что и хотел. В принципе, моха вот этого. Ни много ни мало мы походили, наверное, в районе часика полтора. Но это не то, что мы походили, это с переездами. Сейчас еще дорога такая сложная, скажем так. Пробуем доехать без приключений, не застрять нигде, не сесть. В общем, вот так наша поездка в лес и закончилась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. В общем, до новых встреч.